От молока, картины кукол до холодильников и стиральных машин. Во Владимирском экспоцентре свою продукцию представили более 20 производителей Киржачского района. Выставка презентации состоялась 8 декабря. За 10 месяцев 2016 года объем выпуска собственной продукции по Киржачскому району увеличился на 19% и составил 11,5 миллиардов рублей. На территории района проживает всего 38 тысяч населения. Вместе с тем район представлен 53 промышленными предприятиями. И около 4% промышленной продукции Владимирской области выпускается на территории Киржачского района. Компания «БЭКО» в этом году отметила свое десятилетие. Специализирующаяся на производстве бытовой техники, эта фирма занимает 4-е место по продажам в стране и 3-е в Европе. Из последних разработок уже поступили в продажу 60-сантиметровые морозильные камеры, а в ближайшее время будут выпущены и 54-сантиметровые морозилки. Наши возможности, перспективы растут, продажи растут, и мы надеемся, что реализация продукции также вырастет. География распространения продукции Киржачского молочного завода тоже обширна. Помимо Владимирской области, это Московская, Ленинградская, Воронежская и Самарская. Год за годом как бы расширяется наш круг нашего покупателя, увеличивается количество нашего покупателя. Люди начинают пробовать и доверять качественной и хорошей продукции. Есть на территории Киржачского района уникальное место. В селе Заречье расположен музей-усадьба фабриканта шелковика Думнова. Его создала внучка последнего из рода Думновых Галина Масленникова. После революции 1917 года фабрика выпускала шелк, шелковый бархат и плюш. Практически в каждом доме в Заречье стояли прялки и станки. Музей-усадьбу я представляю не только самим домом, но и там старинная фабрика светелков, в которой жили, работали сельские ткачи. И в этом здании уже расположено у меня старинное оборудование, подлинное, столетней давности. А в экспоцентре Галина Масленникова представила куклы в национальных костюмах 4 регионов России, которые рассказывают о жизни русской деревни 19 века. Максим Палагин, Виталий Сергеев, «Губерния 33».